Есть у меня на канале одно короткое видео о том, как я показываю, как вот этим вот магнитиком обычным можно убрать вибрацию с расточного резца. Так вот, многие писали, что это все фейк, я подставил звук, там, знаете, все такое. Так вот, я хотел бы это еще раз показать. Ну, как бы уже это будет не шорт-видео, а более такое, длиннее. Итак, в ролях у нас сегодня участвует такой вот неодимовый магнитик. Диаметром неизвестным, не хочу портить я свои штангенциркули, мерять его, ну, предположим, там 30 миллиметров. Участвует у нас расточной резец, он диаметром 11 миллиметров, и латунная болваночка такая, диаметр тоже не важен. Резцом на сторону буду брать 4 миллиметра, на диаметр выходит 8. Подъезжаем. Я думаю, прекрасно слышно, как он свистит. Теперь прикладываем магнит. Единственная проблема только в том, что нужно найти это вот само место, где происходит эта вибрация. Вообще, это как обычно, это конец резца. Значит, иногда это бывает задняя часть резца, как бы она тут сильно мало ее. Когда резец такой побольше будет, вот так вообще вот сбоку можно прикрепить, будет очень хорошо. Но сейчас, к сожалению, сзади не прикрепишь. В предыдущем видео я ставил сюда, значит, потому что, по-моему, либо отверстие было не такое большое, что магнит бы не вошел в отверстие, либо по каким-то другим причинам. Но тоже бывает такое даже, что, например, я ставил на ручку резцедержателя, то есть ставил сюда, на другом станке, правда, на токарном, я ставил на ручку резцедержателя, то есть когда ставил сюда, ничего не происходило, ставил на заднюю часть, тоже ничего не происходило, но когда ставил на ручку резцедержателя, тогда звук становился меньше, он не совсем переставал, но как бы был меньше, но из-за этого, естественно, поверхность тоже выходила лучше. Так, сейчас еще без магнита. Я думаю, прекрасно слышно, как он пищит. Видно, что он сейчас прикасается, в принципе, но звука такового я не слышу. Сейчас еще раз, не выключая станок, я уберу магнит. Все, включи еще раз. Не слышно такой писк. Очень такой писк. Ну, что я могу сказать? Как бы это все на самом деле элементарно. Поскольку тут работает физика. И видно даже в некоторых моментах, что магнит вот так вот двигается, то есть он как бы принимает всю вибрацию на себя, и из-за этого начинает двигаться сам магнит. Либо он просто противоречит вибрации, когда идет толчок вибрации в одну сторону, возможно, магнит отскакивает и делает толчок обратно, то есть как бы его не происходит просто. Ну, так, 4 миллиметра на сторону. Теперь с магнитиком. Он сейчас должен, походу, двинуться. О, видели? Он резко перескочил наверх, и все, оно сразу перестало пищать. Я бы его мог убрать, но не хочется мне пальцами лезть туда, в станок. Еще раз. Выехал. Уберу для наглядности, сейчас вам еще раз покажу.
думаю, тут даже по поверхности можно посмотреть. Хотя, ну, только бы не особо и видно, конечно. Но сейчас я попробую, может, что-то и будет видно. Ну, не, по поверхности так особо и не видно. Хотя видно, вот, в принципе, в конце. В конце вот там вот видно такое, немножко такие зубчики. Ну, на камеру этого, конечно, не передает. Ну и как там в конце все обычно говорят? Лайки ставим, на канал подписываемся. Всем спасибо.